Александр Зубарев присоединился к волонтерам несколько лет назад. Для него акция «Подарим детям Рождество» проходит в третий раз. Мы одеваемся, вот тут можно видеть, в Дедов Морозов, в лесных зверей, зверюшек. И идем к ним домой, дарим радость, приносим смех и веселье, можно сказать. Как бы делаем детей счастливее. Переносим праздник в их дом. На призывы волонтеров саровчане реагируют по-разному. Кто-то просто проходит мимо, а кто-то от души хочет помочь. Мы спросили горожан, что заставляет их принимать участие в акции. Для меня дети самое важное в жизни. На помощь детям. На подарки. На подарки. Так это же дети. Я хочу, чтобы у них тоже был праздник Новый год. Я вообще просто участвую во всех акциях. Потому что я хочу, чтобы у детей был праздник Новый год. На деньги, пожертвованные неравнодушными горожанами, закупят подарки. Вручат их на большом рождественском празднике в волонтерском центре. Тех ребят, которые по состоянию здоровья на торжество попасть не могут, добровольцы поздравят на дому. Второй сбор средств в рамках акции «Подарим детям Рождество» пройдет в первой половине декабря. Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.